Приветствую тебя, любитель боев в мире Сабнатики! В этот раз на арене сойдутся все хищники друг против друга! Поправочка, электрический угорь не участвует в сражении, потому что имеет жизней больше, чем у всех претендентов вместе взятых. 3000! Тут есть и страж, и рыба-камикадзе, кусака, гипнотизер, губитель, пещерный ползун и кровавый пещерный ползун. Костяная и песчаная акулы, кальмара-краб, краба-змей, лавовая ящерица и речной мародер. Сражение начинается сейчас. Камикадзе попадает в сталкера и, жертвуя собой, наносит ему мощный удар. Посмотри, кусака и губитель под предводительством гипнотизера сразу же уплывают с арены. Страж телепортируется, прежде чем кальмара-краб по нему попадает и больше не возвращается. Тут царит суматоха и неразбериха. Эту битву проще не комментировать, а смотреть. В углу зажимают костяную акулу, а кальмара-краб раздает тумаки всем подряд. Речной мародер лупцует песчаную акулу. Ему помогает сталкер. На лавовой ящерице лежит труп костяной акулы. Оставшиеся участники собрались в одном углу. Песчаная акула не выдерживает и сдается. Крабозмей действует осторожно и находится в стороне от других претендентов, чтобы добить оставшегося в живых. Лавовая ящерица атакует сталкера, и он, испугавшись, уплывает сквозь потолок арены. Смотри! Сталкер вне игры. Кальмара-краб зажимает лавовую ящерицу своим телом, она вертится не в силах выбраться и за такую наглость наносит кальмара-крабу смертельный укус. Кальмара-краб плавно опускается на пол арены. Внутри арены остаются только два участника – лавовая ящерица и краба-змей. Остальные не смогли или в страхе убежали. Очень долго краба-змей и лавовая ящерица не могут разобраться друг с другом, плавают кругами. Но краба-змей иногда атакует ящерицу, но почему же она не отвечает ему? Лавовая ящерица пытается выплыть, но не может. И тут краба-змей уплывает с арены. Вот это да! Как же так? Ведь бой еще не закончен. Немедленно вернись обратно. Ты срываешь бой. Если сталкер уплыл, это не значит, что и другим тоже можно. Лавовая ящерица остается одна на арене. Давай подождем, вернется ли краба-змей обратно. О, молодец, он вернулся. Краба-змей зажимает маленькую ящерицу в углу, но она яростно отбивается.
и крабозмей дает сдачи. Кто же победит? Явно бой затянулся. Крабозмей выписывает кренделя над лавовой ящерицей. Кусает раз. Второй. И отправляет ее в нокаут. Крабозмей становится победителем в битве хищников друг против друга. Было интересно посмотреть. Благодарю за просмотр.